Фонд содействия и поддержки паралимпийского движения «Ахиллес» представляет проект «Львиное сердце». Цикл программ о выдающихся спортсменах-паралимпийцах, а также о людях, выводящих паралимпийское движение в России на новый уровень. Эти люди не вызывают ничего, кроме восхищения и желания подражать. Проект «Львиное сердце» призван к тому, чтобы увеличить количество массового спорта. То есть это социальная задача, большая очень, решается с помощью спорта. Наши паралимпийцы имеют такие же права на все, что и те же олимпийцы. Мне кажется, что это надо. Мне кажется, что это откроет новые возможности людей. Интересная жизнь, насыщенная. Надо все время грести веслами вперед, даже на месте стоять нельзя. Я не могу сидеть без дела, мне нужно постоянно двигаться куда-то. Известный актер и телеведущий представляет зрителю этапы пути к успеху каждого из героев. Издревле для человека Олимп являлся символом победы. К нему стремились, но покоряли его немногие. Теперь мы зовем их героями. История жизни, история борьбы, история восхождения на пьедестал. Я даже не считал медали, говорят, плохая примета. Когда посчитаешь медали, может, все это как бы итог подводишь. Я не знаю, сколько их. Задача фильма – кардинально изменить сложившийся в обществе стереотип человека с ограниченными возможностями. Я не люблю это слово – люди с ограниченными возможностями. Это люди с безграничными возможностями. Это на самом деле так. Спорт всегда был подвигом, как на войне. Я себя чувствую инвалидом, когда я там просыпаюсь утром и понимаю, что не знаю зачем. Этих людей трудно назвать инвалидами на самом деле. Потому что они необузданно горячо относятся к жизни, к себе, к своему месту. Судьба героев программы – живое свидетельство того, что люди вне зависимости от физических способностей могут добиться невероятных высот в спорте и успеха в жизни. То есть если ты хочешь в себе что-то преодолеть, то ты неминуемо придешь к успеху. Там что в борьбе нужно? Захват, правильно? Поставите меня зрячим, незрячим, мне это разницы никакой. Главное, чтобы чувствовал ты соперника и была воля к победе. Проект «Львиное сердце» – это фильм о победе. И не только на спортивных аренах. Он о том, как вера в успех побеждает отчаяние и страх. О том, как позитивный взгляд на окружающий мир побеждает уныние и заставляет двигаться вперед. О том, что главная победа человека, победа над самим собой, и есть то, что определяет нашу судьбу. Поговорить с обществом на тему личной ответственности каждого из нас за свою жизнь. Все как-то в жизни случайно, а может быть закономерно. Лучше тебя твою жизнь никто не изменит. Нужна цель, потому что, ну, как-то без цели жить не очень интересно. Вот.